Всем привет! Меня зовут Юля, и я вместе с Майфи занималась разработкой 3D-модели для игры «Покорение Марса». В этом видео я покажу вам 3D-тайлы для всех остальных дополнений к моей любимой игре, которые скоро поступят в продажу. Начнем с дополнения Венера и по порядку, и постараюсь рассказать небольшие факты, что вдохновляло и что пытался изобразить на этих тайлах. Начнем с Герополиса. Концепция самого города такова, что город вращается вокруг своей оси и создает центробежную силу, которая добавляется к силе тяжести Марса, и это в совокупности создает гравитацию, похожую на земную. И именно поэтому здесь города под небольшим наклоном. А вот в реализации такая идея была довольно массивная, и пришлось придумать некий механизм и сделать опору на арт, чтобы получилась знакомая форма, которая там изображена. А следующий город у нас это лунный мегаполис. Вот, его тоже я постаралась изобразить как на карточке самой. Вот, и также добавила лунные кратеры, которые бы показали, что город находится на Луне. А следующий город – это база Максвелла. Вот, база Максвелла находится в горах на Венере. А вот, и сделала город довольно массивным, чтобы помочь городу избежать негативного воздействия атмосферы Венеры. Приступим так к следующему городу. Следующий город это город рассвета. В реальности он бы находился на на Меркурии. Вот. И из-за большой разницы температур между дневной и ночной сторонами планеты для нормального функционирования города он всегда должен находиться в сумеречной области и по рельсам передвигаться вместе с границей дня и ночи. И поэтому он всегда там, у него находился бы рассвет. Вот поэтому он так и называется. А следующий город это Стратополис. А вот, он находится в атмосфере Венеры. А в реальности он бы находился на высоте 60 километров, где температура и плотность атмосферы примерно соответствуют земным условиям на уровне моря. И здесь я попыталась изобразить свирлы облаков. Вот. И опиралась на арт, делала там и круглые части, и чтобы гармонировала с другими городами, города как в стандартном наборе. Вот. Следующее дополнение у нас это прологи. И это первое поселение. Вот, тоже постаралась изобразить как на арте, он примерно в такой позиции там. Вот. Ну вот. Следующий город, это у нас независимое поселение. Это поселение я решила снабдить всем необходимым, чтобы он ни в чем не нуждался. И также с артом, там на ближнем фоне есть небольшой лифт под землю, тоже постарался его здесь изобразить. Также в этом дополнении у нас есть город, который находится в лавовой трубке, колония в лавовой трубке он называется. И здесь я постаралась изобразить именно застывшую лаву, и внутри нее уже находится наша колония. Вот. Следующее дополнение. Там один единственный город, это колонии. Вот. Из арта я взяла геометрию, постаралась изобразить как там, но добавила площадку для того, чтобы положить сюда кубик. Следующее дополнение это дополнение кризис. Есть такое Стэнфордское кольцо. Это проект космического поселения в форме Тора.
Вот, силу тяжести, в котором создается за счет воздействия центробежной силы. Вот, при печати вот в этих пустых местах, скорее всего, будет материал. Вот, ну, еще подумаем, как это можно будет реализовать, чтобы это все хорошо отпечаталось и отлилось. А следующий город в этом дополнении – это культурный метрополис. Метрополис. Вот, добавила новую форму. Здесь и большой, и маленький город. И также постаралась, чтобы он гармонировал со всеми предыдущими городами из стандартного набора. Вот, и взяла элементы, которые есть в предыдущих тайлах. Именно стандартного набора. То есть это был там Ноктис Сити, город иммигрантов, городской массив и так далее. И последний город, как вы, наверное, уже догадались, это Фарситская республика. Вот. Я взяла эмблему самого города и решила сделать из этого необычное поселение. Вот. Так как это один из первых городов, который кладется на карту, если вы играете за Фарсиду, и, допустим, там в прологах не выпали города, вот, то как для первого поселения, мне кажется, очень здорово сама эмблема города помогла создать такой город. Я надеюсь, вам понравился краткий обзор новых городов. Всем спасибо за внимание. Всем пока.